Всем привет! Короткий обзор по золоту. Значит, на что хочу обратить внимание ваше. Текущий квартал у нас отработал свою волатильность, да? Но у нас есть импульс. Вопрос многие задают, где фиксировать золото? То есть первая фиксация в этом диапазоне. Об этом я говорил, да. Вторая фиксация на обновлении трех максимумов, которые у нас есть. Вот в этом диапазоне. На снятие стопов, да. Здесь мы можем протестировать, получается, данный диапазон. 2077-2086. И потом уйти на коррекцию. Я скриншоты все эти потом выставлю в группу. После коррекции у нас максимальная цель, мы можем в этом году, если импульс продолжится, сформировать паранормальную свечу квартальную, протестировать годовой запас хода на 2136, ну и границу можно обозначить 2136-2178 с учетом повышенной волатильности текущего квартала. По коррекции смотрите следующие комментарии и видео. Всем успехов, удачи!